Всем здравствуйте! С вами снова Александр. И в это нелегкое время то, что происходит сейчас в мире, у всех денежек нет. И поэтому я хочу предложить к вашему рассмотрению люльку для ребенка, так сказать, антикризисную, недорогую, но достаточно при этом качественную. Это люлечка от компании Espira. Модель называется Star. Это, кстати, одна из самых легких люлек в своем классе. Весит она 2,9 килограмма всего. И при том, при всем, соблюдены все меры безопасности, которые присутствуют должны в люльке, соответствуют европейскому сертификату. Так что доверять ребенка можно. И учитывая, сколько она сейчас стоит, ссылка в описании внизу на мир автокресел. Можете пройти, понравится, если в обзоре, заказать, вам быстро привезут. Это очень хорошее предложение за свои деньги. Поэтому антикризисным оно и является на текущий момент. Но при этом вы не потеряли ни в чем. На самом деле люлька хорошая. Собственно, люлька у нас с рождения до ориентировочно, обычно пишут там где-то до года, но вот как по факту могу вам сказать, вот до 9 месяцев вы доезжаете в люлечке, потом смело покупаете группу 1 или 1, 2, 3, там же на ваше усмотрение, и пересаживаетесь. Но до 9 месяцев это очень неплохое решение. Вот, собственно, как она выглядит. Как по мне, очень неплохое качество изготовления, материалы достаточно качественные, вкладыш вот этот вообще мега приятного качества, тактильно, в общем, не знаю, мне здесь докопаться не до чего. Кстати, эта люлечка очень хорошо подходит для колясок от компании Baby Design, Husky, например, Lupo Comfort. Адаптеры отдельно продаются, но если вы их купите, вы сможете поставить ее на авто, на коляску и гулять. Для того, чтобы гулять было ребенку не холодно, в комплекте идет вот такая вот накидочка на ножки. Так что имейте в виду, таким бонусом вы ее получаете. Соответственно, по безопасности я вам уже сказал, здесь все нормально. Просто с вами ее сейчас рассмотрим. У нас здесь есть козырек. Козырек у нас убирается вместе с ручкой. Вот, так как она легкая, вы спокойно за ручку берете и переносите вместе с ребенком. Естественно, вес ребенка прибавляется, но вас не напрягает вес люльки. Она всего 2,9 килограмма весит. Соответственно, давайте покажу, как ее устанавливать. Базы Isofix в комплекте, естественно, нету. Нам нужно просто с вами устанавливать ремнем. Вытаскиваем ремень полностью. Ремень, который идет снизу, нам нужно зацепить вот за вот эти направляющие. Обычно в люльках они красного цвета бывают, но здесь почему-то красным цветом не выделили. Ну, это здесь и понятно, что сюда проводить никто не перепутает. Соответственно, заводим сюда, защелкиваем. Цепочку запоминайте. Потом берем. Здесь вот сзади, вам отсюда виднее, есть специальный направляющий. Просовываем сюда ремешок. Вот. И после чего нам нужно всю эту конструкцию хорошенько натянуть. Обязательно натягивайте от души, потому что в этом весь смысл. Ее как бы чуть-чуть выворачивая, можно хорошо таким путем натянуть. И еще бы я очень рекомендовал приобрести дополнительный аксессуар. Это такой круглый валик, который вот сюда, вот вам видно, вот сюда просовывается. И, соответственно, заполняет вот это пространство под ножками ребенка в кресле автомобильном. Соответственно, это нам даст то, что... люлька, когда мы едем, машина же трясется, и ремень, ну, как ни крути, по чуть-чуть расслабляется. И чтобы эта конструкция была как вкопанная все время, вот этот валик, аксессуар, который я вам говорю, он не дает расслабляться ремню. Если он расслабится, ничего страшного. Ремень ДТП, он в любом случае сработает, и в плане безопасности вы не парьтесь. Это просто, чтобы все время был натянут, и люлька никак вообще не сдвигалась с места. Поэтому вот такой аксессуар я бы настоятельно рекомендовал приобрести. На просторах интернета этих валиков полно. В крайнем случае, вы можете сами скрутить полотенце, засунуть туда, и будет все хорошо. Соответственно, по креплению здесь разобрались, все очень просто. Смотрите, здесь у нас есть в комплекте вкладыш. Кстати, пятиточные ремни делает одна из лучших швейцарская, по-моему, компания. Ну, сейчас название всплывет. Компания, которая делает ремни. Они одни из самых лучших вообще на рынке. Качество изготовления ремней здесь прям топчик.
У нас, естественно, мягкие накладки везде, и на плечевой, и на паховой зоне есть. Это, естественно, как бы без вариантов. Все на месте. Ремень трехточечный. Так, что из себя представляет вкладыш? Вот этот вкладыш, он у нас с рождения в любом случае используется, потому что он должен поясничку ребенка выравнивать. Соответственно, когда он уже не нужен, мы просто его вынимаем, убираем в сторонку и пользуемся уже вот этим вкладышем. Вот. Но когда ребенок уже подрос, и этот вкладыш ему станет уже мешать, соответственно, убираем оба и посмотрите, сколько пространства в люльке. Люлька действительно просторная и удобная. Сам материал он тоже достаточно мягкий, так что когда уберете вкладыш, здесь как бы ребенку тоже будет нормально. Соответственно, по комфорту это классическая, нормальная, стандартная люлька. Не нужно искать в люльке положение горизонтальное. Все говорят, ну новорожденному, а как иначе, типа, ездить? Да, но есть еще нормы безопасности перевозки ребенка в автомобиле. Ребенок должен быть полусогнут, сгруппирован. При ДТП это правильное положение ребенка в автомобиле. Не горизонтально полностью, как бревнышко лежит. Нет, он должен быть полусогнут, сгруппирован. Только так и никак иначе. Поэтому и производители, и врачи не рекомендуют перевозку детей в люльках. Долго возить ребенка нельзя. Вот с роддома забрали, езжайте домой. Как можно меньше сократите временный интервал поездки ребенка. Нахождение в люльке должно быть коротким. Чем старше становится ребенок, тем вы можете дольше возить ребенка в люльках. Поэтому здесь схема обычная, простая. Так что, в принципе, по большому счету, здесь особо много не расскажешь про люльку. Я могу лишь смело ее рекомендовать, если вы ищете цена-качество. До 10 тысяч ценник, если мы вот 10 тысячами ограничимся и будем в этом диапазоне искать, то на самом деле там раз-два обчелся, ну, таких хороших люлек. Вот Baby Design я уже делал обзор, Aspira вот это вот, причем они очень легкие. Вот, у компании Cybex еще можно было что-то, в принципе, подобрать. Есть еще бренд Joy, тоже неплохие люльки делают. Так что выбор, ну, на самом деле, там 3-4 достойные люльки, и вот это одна из них. Поэтому, как бы, как вариант, я ее очень вам рекомендую рассмотреть. Вот, выбор, естественно, как всегда, за вами. И в заключение, если в этот обзор, в этом обзоре вы что-то для себя полезное подчеркнули, был обзор интересен, ставьте свой царский лайк. На канал не забываем подписаться, с колокольчик нажимайте, чтобы уведомления вам о выходе новых обзоров приходили. И Миру Автокресел большое спасибо за предоставленную люлечку Aspira на обзор. А вам всего доброго!